Уважаемые ветераны, дорогие земляки, 73 года назад Красная Армия поставила убедительную точку в Великой Отечественной войне. В эти суровые военные годы во всей полноте проявились лучшие качества нашего народа. Стойкость, героизм, воинская доблесть, готовность к самопожертвованию во имя добра и справедливости. Сегодня мы преклоняемся перед мужеством, духовной силой и патриотизмом тех, кто, не жалея себя на фронте и в тылу, день за днем, час за часом, ковал победу над врагом. Память об их бессмертном подвиге навечно сохранится в наших сердцах. Уважаемые ирбичане, от себя лично и от всего коллектива межмуниципального отдела МВД России в Ирбитске я поздравляю вас с Днем Победы, желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой.